Перемирие в Сирии после 5 лет жесточайшей разрушительной войны, кажется, установилось и продолжается. С проблемами, нарушениями, но продолжается. Кто-то называет его оптимистичным, дающим надежду на будущее миллионов сирийцев, а кто-то утверждает, что это слабость России, и поэтому мы потерпим крах в сирийской компании. Добиться урегулирования в стране можно разными способами, но Россия выбрала путь мира. Является ли этот путь правильным и насколько позиция России нужна и ценна сегодня? Своим экспертным мнением об этом поделился с Накануне ТВ писатель и публицист Исраиль Шамир. Я целиком за перемирие в Сирии и был с самого начала. Думаю, что это замечательный, правильный и нужный шаг. Ведь те, кто говорят, что надо воевать до победного конца, они немножко ведь оторваны от реальности, в которой живут люди в Сирии. Там 5 уже лет тяжелейшей войны. И армия измотана, и повстанцы измотаны, мирное население измотано страшно и бежит оттуда, ведь как может, уже там в Германию и там куда угодно. Все это трагедия для сирийского народа, страшная трагедия. Страну и вернуть-то будет в нормальное состояние трудно. Россия смогла помочь сирийской правительственной армии добиться больших успехов. Прорыв был сделан, достижения огромные. Но все эти достижения, это, в общем, какая польза, если мы будем об этом говорить на похоронах Сирии? Страну ведь надо было спасти. По словам эксперта, большая часть боевиков – это местные активные молодые люди, которые в свое время создали вооруженные банды. И многие из них готовы сложить оружие. Им немного и надо – засеять земли и обеспечить себе пропитание. Но они не могут напрямую разговаривать с официальными властями из-за нерешенных разногласий и недоверия. Но этот круг необходимо разорвать, что и делает Россия, практически принуждая стороны начать переговоры. Русские в некотором смысле являются как бы гарантами очень многих соглашений, которые там сейчас заключаются. И огромная работа, которую совершенно невидимо для глаз ведут русские территории Сирии, именно вот попытка примирения, это на самом деле, на мой взгляд, ничуть не менее эффективно, чем бомбежки и перестрелки. И перемирие держится. Вот уже можно сейчас увидеть, как люди, которые месяцами, может быть, не выходили из домов, вышли из домов в том же Алеппо, уже дошли до базара, купили себе свежие овощи, дети вышли поиграть. То есть жизнь просто стала как-то возвращаться. И хочется надеяться, что увидят они, что, в общем-то, мир-то лучше, и как-то, в общем, двинуться в сторону примирения и дальше. Так что я вот целиком за это, думаю, что это был правильный шаг, нужный, необходимый. И надо, конечно, сейчас не допустить попыток Соединенных Штатов сказать, что перемирия нет, что перемирие сорвали сирийская армия и российская авиация, как они уже вчера пытались говорить, и настаивать на том, что перемирие есть, и постараться его, так сказать, провести и додавить. Мир пришел не с позиции слабости. Эксперт уверен, после месяцев военной операции ситуация для официальных властей сложилась неплохая, и это самое подходящее время заключить перемирие. Не когда тебя бьют, а когда ты бьешь. Но есть и более высокая задача, о которой многие забывают. Это мир в итоге для Сирии и мир во всем мире. Россия всегда стояла на этой позиции, всегда поддерживала идею мира во всем мире. Это она поддерживала и в своем советском, и в постсоветском оболочке. Думаю, что это единственно правильная позиция. То есть мир, который не мир капитуляции, не мир «давайте сдадимся, пускай они о нас позаботятся потом», потому что не позаботятся. Мир равных, мир справедливых. Но, опять-таки, мир, в котором повышение уровня справедливости достигается путем переговоров, путем каких-то мирных процессов, а не войной. В этом смысле такая вот и позиция России, например, там российский принцип многополярности, к этому, в общем-то, и сводится. Не нужно сражаться за то, чтобы выяснить, кто король на горе, а наоборот, пускай на каждом холмике сидит собственный король, и, в общем, не обязательно им сводить между собой кровавые счеты для выяснения, кто победит. И это, в общем, верно в любом месте. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».